Ледоход, начавшийся на реке Дунай, в районе Белграда наносит ущерб рыболовецким лодкам и даже плавучим ресторанам. Толщина огромных движущихся пластов льда достигает 30 сантиметров. Вызвано это ледовое буйство резким потеплением. Впрочем, образовался этот лед на реке тоже очень быстро и для многих неожиданно, несколькими неделями ранее, во время морозов, охвативших Европу. Рыбаки говорят, что в то время просто не успели убрать свои лодки из воды. Река замерзла так быстро, что ничего нельзя было сделать. Мы не смогли вытащить лодки на берег. Все они остались закованными во льду. В целом разбито уже около 80 лодок. Обломки раскидало по реке на километр. Рыбаки наняли грузовик и пытаются вытащить уцелевшие плавсредства на берег лебедкой. Стараемся спасти, что возможно. Из 100 пришвартованных лодок 20-30 уже пропало. Ледоход причинил ущерб и нескольким плавучим ресторанам, один из них затонул. Кроме того, лед разрушил местный причал Капитания, который только недавно отреставрировали. Дунай является важной транспортной артерией Европы. После того, как река встала из-за морозов, к восстановлению судоходства были привлечены ледоколы и армейские подразделения. Помимо навигации на Дунае, сковавшую Сербию холода, также нарушили энергоснабжение и привели к гибели 20 человек.